Добрый день! Моя коллекция цитрусов пополняется новыми растениями. Кто увлекается цитрусами, знает, что цитруса много не бывает. И вот я себе еще сделала подарок и купила три растения цитрусовых. Это цитрон варигатный, ну он это из частных коллекций, без определения сорта, просто как цитрон варигатный. Растение вот уже начало расти, проснулось. Так что, ну, замечательное, красивое. Также лимон Лисбон. Ну, он, конечно, не очень. Были, видимо, вредители, вот листочки точечками. Ну, саженцы были мною куплены, уже обработаны от вредителей. И лимон майкопский. Тоже у меня таких лимонов еще нет. У меня много, наверное, около десятка всяких разных сортов лимонов. Но таких не было. Поэтому вот я решила пополнить свою коллекцию еще такими лимончиками. От вредителей они уже обработаны. Теперь сейчас я их хочу пересадить, так как они вот довольно-таки больших горшках. Вот два. И там, ну, ужасный для меня грунт. Я в такой грунт не сажу. Горшки тяжелые, вот прям неподъемные. Одной рукой даже поднять не могу. Я не сажу в такие. Я делаю легкий грунт. У меня торф, нейтральный торф, агроперлит. Немного садовой земли я добавляю. Я всегда добавляю. Бывает, цеолит добавляю, ну, если есть. Поэтому сейчас все я их пересажу. Ну, поблюю какими-нибудь укоренителями, которые будут в наличии, и побрызгаю от стресса. Может быть, эпин. У меня там еще есть стимуляторы, биостимуляторы для снятия стресса растений. Так как они переехали в новую среду, еще и будут пересажены в другой грунт. Поэтому, ну, в таком грунте не могу оставить. Хотя они вроде бы и растут, да, замечательно. Но неподъемные горшки, я их не подниму. Нет, я пересажу свой грунт и... Они будут, я думаю, что замечательно себя чувствовать в моем грунте. Так, цитрусы мои пересажены. Грунт садовая земля. Универсальный торфяной грунт. Агроперлит и цеолит. Я сюда добавляла горшки легкие. Земля воздухопроницаемая. Полила гетерооксином для... лучшего укоренения корнеобразования. И теперь они будут расти, меня радовать. Цитрон он в рост тоже тронулся. Но я думаю, пересадка ему не помешала, потому что земля была ужасная. И теперь они должны адаптироваться у меня, потому как были вредителями повреждены, в очень больших горшках залитые я их купила. Ну, я думаю, что они им у меня понравятся. Еще одна новинка в моем саду – это морозостойкий кактус опунция. Это плодовый кактус. Зимой у него вот такой некрасивый вид. Когда я его увидела несколько лет назад, вот в таком виде, я решила, что все, кактус замерз и пропал. И вот несколько лет, ну, года два, наверное, я собиралась его купить. Наконец-то в этом году я его купила. Попала в садовый центр. И тоже вот в таком неприглядном виде он. Некрасивый, но он довольно-таки вот такой упругий. Ну, к весне он начнет расти, оживет. Даже плоды на нем есть вот такие красненькие. Это кактус опунция. Ну, сейчас он у меня будет в горшке расти зиму на улице, а к весне я ему делаю хорошее место красивое и туда посажу. Поэтому сажайте растения, пусть они вас радуют. Вот у меня такой кактус теперь. Всем хорошего дня, всем удачи, всем пока-пока.